камни, да? Ну, в подобии, да. Скалы прям там нет. Ну что, наконец-то мы приехали. Мы будем жить на базе отдыха. Я не вижу. В шале Прискальный. Вот так тут все выглядит. Вот, получается, наш домик. Но мы еще, кстати, знаете, выбираем, ходим, потому что хотели, чтобы вид был на речку, на Катун. Вот. Смотрим. Вот так вот выглядят вот эти вот домики. Здесь, получается, туалет, там душ есть. Вот так вот выглядит. Ну, сейчас пока определяемся, потом вам попозже еще покажу. Чистый воздух здесь вообще-то классно. Ребят, вот такой вот мы сняли домик. Здесь скамеечки, столик. Так, у нас-то какой? Пятый номер. Вот так вот выглядит. Здесь мусорка. Я тут маленько вещи пораскидала уже. Шлепки перебыла. Так, заходим. Здесь вот такой вот коридорчик. Тут зеркальце. Здесь я. Чё? Полторушки пустой. Полторушки пустой? А зачем? Ну, мы еще не выпили воду. Я разложила тут... зубные пасты, гель для душа, всякое такое. Но здесь еще положили два кусочка мыла. Также стаканчик тут. Стаканчики стояли. Но мы свои брали. Также положили чай алтайский. Тут зеркало, все. Свет. Так, сейчас мы будем жарить тут шашлыки. Получается, наши друзья остановились на другой базе отдыха, и они к нам подойдут. Ну, тут недалеко. Мангал мы себе брали. Горелка. Что? А потому что там вид другой. Душа все думает, гадает. Мы хотели другой домик с речкой, но там, я сказала, сильно ветрено. И разложились уже здесь. Так он уже занятый. Так, дальше. Тут такая вешалка. Я тоже все развешивала. Кофты, куртки. Также здесь нам положили два полотенца. Но я брала свои. Также положила два. Тут стаканчики, вилочки, тарелочки. У нас все свое. Туда и пакеты пустые. Также здесь вся информация. Вот. Написано. У нас включен завтрак. Обед и ужин. У нас не включен. Так вот. Все написано. Русская баня. Так, дальше. Вот начинается комната. Такая небольшенькая. Столик мы с собой привезли. Думаю, может быть, здесь нету столика со скамейками. Здесь я разложила продукты. Здесь тоже продукты. Посуду, которую мы взяли. Также телевизор. Он не работает, так как здесь была прям такая молния сильная. И все повыбило тут. В общем, будут делать. Зеркало, так, аптечка, наши сумки, там вещи, тут алкоголь. Также идет вот такое вот окошечко. Вот окошко, да. Ну, окошко, шторочка тут, там соседи. И вот такая вот двухспальная кровать идет. А здесь все постельное, такие подушки. Не знаю, я буду еще очень стелить, чтобы удобнее было. И также взяли еще с дома плед. Вот такой теплый. Свет здесь и столик. Вот.
Ну тут будет вид на эту, на вот эту вот веранду. Тут даже можно, например, шашлыка нажарить. И сюда прийти посидеть. Что, купаются, что ли? Кстати, шашлыком пахнет. Ну. Ну, а откуда-то несет? Смотри, прикольно сделали, да? Деревья в веранде. На самом деле. Горы. Это вообще удобно. Может, там храм? А все равно об камень вода отдает. Ребят, всем привет! Хочу сделать обзорчик нашей базы Шарли-Праскальной. Здесь вдоль Катуни идут такие бунгалы. Я запыхаюсь, потому что поднималась сейчас оттуда, с речки. Это летняя веранда. Можно посидеть, покушать, посмотреть на реку. Так, это мы идем вдоль берега. Такие тут бунгалы. Сходили мы уже с Лёшей на завтрак. Вот здесь тропинка идет. Сейчас дойдем. Вот там вот часовня. Так, ну что, спустимся к часовне. Там побудем. Я засниму. Там, кстати, в 11 часов, по-моему, служба должна быть, что ли. Вот такая красота. Да, это мостик, конечно, жиденький. Чё-то я боюсь по нему идти. Мы сейчас сходим. Всё, я поднялась. Ух, какая тут красота. Душ отдельно. Ну, приличный туалет, приличный душ. Можно помыться, есть горячая вода всегда. Вот. Ну, конечно, через камеру всю эту красоту не передать. Можно это все ощутить. Так, вышли мы с монастыря. Здесь у нас идет что-то типа... У нас вообще, знаете, где мы кушаем, там каждый вечер дискотека. Вот. Тут еще что-то есть. Столики. Также можно вон там шашлыки пожарить.
И вот это все наша база. Все на территории базы находится. Вот. А здесь есть также, если вы не хотите, например, в ангаре или в доме жить, то здесь есть место под палатки. Также есть вот эти вот, вот это палатки. Там матрасы, все там есть. Сейчас можно, в принципе, туда даже заглянуть, если там никого нет. Нет, там кто-то есть. Вот. Я так понимаю, там кровати, что вы спите не на полу. Также сплав по Катуни, а здесь у нас стоит 1000 рублей. Вот, там, кстати, кто-то сплавляется, но они на моторной лодке, с мотором. Вот, чья-то палатка, пожалуйста, стоит. Также вот такая зона с видом на речку. Так, идем дальше. Вот, здесь можно... Ну, здесь такой берег, что можно лодку спустить туда, к речке. Вот. Ну, я так понимала, что останавливаются люди в палатках, даже если переночевать. Многие, кто приезжают просто переночевать, едут либо на Телецкое озеро, либо еще куда-то проездом. Также здесь вот такая вот чайная есть. Здесь вообще шикарный вид. Так, дальше. Дальше. Сейчас вам покажу бассейн. Ну, наверное, не знаю, набранный или нет. Потому что прохладненько. Также для детей есть всякие разные площадки. Вот. А нет, кстати, он набранный бассейн. Вот. Вот, можно покупаться, в принципе. Тепло. Хорошо. По утрам Леша ходит заниматься вот такой спортзал. Сейчас вам покажу. Вот. Он сюда ходит по утрам. Дальше. Вот такие есть отдельные дома. Не знаю, правда, цену. Так. Тут также туалет. Тут как бы два крыла. Тут массажный салон. Понтовые ванны. Я потом вам покажу, что мы купили. Там ездили на ярмарку. Вам покажу, что купили. Также баня тут есть. И еще вот такие вот, как я их называю, квартирки. Тоже два этажа здесь. На первом живут и на втором. Вот. Тоже цену не знаю, не скажу. Столики. Вышел, покушал. Также вот веранда. На веранде есть холодильник. Если с собой что-то привез, скоропорт еще, то можно положить его в холодильник, чтобы не испортилось. Мы привезли шашлык и положили. Все нормально. Никто ничего не забирает. Даже как и номера, в принципе, тоже на ключиках. Ну, мы, например, закрыли окна, пооткрывали. Ну, там одно окно, чтобы проветрилось, свежий воздух. Спится тут, кстати, вообще классно. Вот. И получается, опять начинаются бунгало. И идем в свое бунгало. Ребят, всем доброе утро. У нас
Вообще бы проснулись. Время уже 11 час. Вчера нам давали вот такой вот талончик на ресепшене. В общем, у нас включен только завтрак. Вот сейчас пойдем. Закрыли домик на ключи. И посмотрим, что нам там дадут. Вот. И я потом хочу сходить, знаете, это. Ну, тут душ есть. Потом душ принять. А, мы сейчас пойдем зубы почистим, умоемся. А покушаем потом, и я пойду побоюсь. Погода, в принципе, нормальная. Ну, что-то мы поддели ветровки, так ветерочек маленько дует. Я вся опухшая. Ладно, пойдем. Так, вот пришли мы покушать. Я себе, ну, как сказать, тут бульон. Бульон с сухариком, Леша. Творог с кашкой, но он уже все съел. Чай здесь вот такой вот. Алтайский. Я себе заварила. Малышка, ну ты жила, на кушку сварила. Че? Треснуто? Ну скоро он расколется. Три трещины. Не, он, по-моему, бежит. В общем, тут как бы шведский стол. Подходишь и все, берешь. Блин, она сейчас расколется пополам. Ну иди поменяй. Она бежит. Сейчас ее поставишь. Решили вечерком прогуляться. Пошли к часовне. Надеюсь, мне хорошо слышно. Солнышко прям вышло. Какая вот здесь красота. И здесь еще сейчас где-то летает на аэроплане. Я хотела заснять вам, показать. Но что-то не видно, либо высоко, либо уже отлетали. Так, где-то Лёша был. Ничего, ты куда залез? Так, ребят, взлетает аэроплан. Мы тут сидим в вершку, сможем. Но они вообще летают, наверное, утром и вечером, потому что вот это жужжание слышно только утром и вечером, да? Как будто, знаешь, этот снегоход летит. Ребята, мы, в общем, пришли поужинать. Темная была, но ты вот здесь встань, а я сюда. Пожарили шашлыка и пришли на речку. Солнце было за моей спиной. Покушать. У нас тут фотосессия. Думала.